бизнес в России. Это невозможно. Взятки, коррупция. Вообще без денег и без связей ничего невозможно сделать в этой стране. Я верю, все обязательно получится. Так уж получилось, то, что с построением нашего бизнеса родились новые идеи, и мы решили их воплотить в жизнь. Итак, стартует новый проект под названием «Я строю бизнес». Камеру убери. Расслабься, Майк. У нас есть партнеры. Их у нас 7 человек. У нас есть 7 партнеров, которые будут открывать 7 студий детейлинга в Москве. Все эти бизнесы будут построены с нуля. То есть поиск помещения, ремонт, оборудование, развитие, реклама, клиенты, получается, не получается, слезы, печаль, расстройство, стрессы, победы, поражения и так дальше. Будет очень интересно, знакомьтесь, Михаил. Очевидно, с ней не стрессую. Миша, скажи, где ты взял X5? Если ты говорил, что я продаю точку на рынке для того, чтобы с тобой сотрудничать, я приехал на X5. Миша ищет помещение, поэтому если вдруг у вас есть, соответственно, помещение и желание подзаработать примерно 30 тысяч, вы пишите Михаилу. Соответственно, Миша обещает сколько вам заплатить? 30 тысяч рублей. Это семейный X5, это не мой. У меня своя Шкода скромная. Ты рассказывай, где ты взял денег вот на X5? Меня устроит, допустим, промежуток помещений от Звенигородского шоссе до Стромынки. В пределах от 3-го до Садового. Ну, чуть может быть какая-то вылетная магистраль, но это буквально там пару-тройку километров. То есть, если мы, допустим, возьмем для примера проспект Мира, то это будет... Алексеевская, ВДНХ, это тоже хорошие достаточно районы, где я бы рассмотрел помещение. Дальше у нас из наших участников у нас есть Магомед. Его можно называть Мага. Это самый хитрый человек нашей команды. Он перед тем, как стать нашим партнером, он решил месяц поработать. Все узнать, как все у нас устроено, а потом по ходу согласиться. Мага меня очень сильно зацепил своей какой-то добротой, расположенностью, что я даже ему подарил Инстаграм рабочий. Поэтому Мага парень хороший, у него тоже все получится. Плюс-минус 100 метров. Желательно вот 100-150, можно до 200, зависит от цены. Центральное отопление – это обязательно. Желательно, чтобы это был не паркинг. Если хорошее модное место, можно рассмотреть и паркинг. Но желательно, чтобы был не паркинг, а какая-то ремзона. Потому что комфортно работать, всегда есть выход на свежий воздух. Люди не болеют, видят солнце, можно выгнать машину, проверить ее качество под дневным освещением. Это всегда плюс. И в таких местах обычно есть парковка. Паркинг – это каждый пук платно. Выхлопные газы, машины всегда ездят. Дальше по помещению – канализация, водоснабжение. Желательно с возможностью сделать свою мойку, потому что она понадобится. Если такого варианта нет, соответственно, рядом должна быть мойка, где можно мыть машину. По киловаттам, 20 киловатт за глаза хватит. Районы, это чем ближе к центру, можно по кругу все помещения продавать. По кругу третьего кольца, если за третье уже, это вообще прям шикарно. Всем привет. Я сейчас, например, ищу помещение. Юзао, Зао и... в тех же районах, только ближе к третьему, в центре. Короче, везде, кроме Севера и Марии. Давайте изначально так, что я про всех буду говорить правду. То есть кто-то на меня будет обижаться, кто-то меня будет ругать. Юра меня может побить, сейчас до Юры дойдем. Я понял, что он скажет, не верь. Юра боксом занимается. Я с Юрой буду максимально аккуратно. Не, это верьте, а дальше не верьте.
Вот, ребята, они ценят свое время, быстро начинают действовать, то есть, тем более, уход за машинами у них в крови, то есть, практически здесь у всех, кто здесь собрался, они все следят за своими тачками, у них все нормально, то есть, у них это все изнутри исходит, поэтому шансы для всех большие. Ну, у Маги, я думаю, что точно получится. Дальше есть Юра. Известен как финансист. Юран наш клиент, он делал у нас машины. В общем, я точно так же с помощью Валеры буду запускать с нуля всю студию, буду вам все показывать, как, чего, как. Сам я очень фанатичен до безумия к машинам, к чистоте, к идеалу в машинах и так далее. Поэтому у кого есть какие-то предложения по юго-западу, по югу, в принципе, по юго-западу тоже, за вознаграждение вышеупомянутое, а может быть и выше. Профсоюзный, Севастопольский, Ленинский. Короче говоря, весь юго-запад. У кого что есть за вознаграждение? Саша Доминион. У него уже есть помещение, сделан ремонт. Он уже запустился. Он уже в данный момент делает сейчас машины. Меня зовут Александр. Я руководитель студии ДТ Николай Доминион. Для меня изначально детейлинг было просто хобби. Хобби – содержать свой автомобиль в чистоте, в порядке, постоянно следить за ним. Но так как уже приличное время занимаюсь бизнесом, появилась идея создать детейлинг-студию. Потому что все-таки на детейлинге можно достаточно хорошо зарабатывать. И еще у нас есть Аня, которая, я думаю, вскроет меня в этом времени своими вопросами, но я думаю, что я выдержу. Привет! Меня зовут Аня. Меня зовут Бахром. Я, как узнала, я первая девочка вообще в сфере детейлинга. Ну, меня это не очень пугает. Я до этого работала с разными там крановыми двигателями, насосами, всякой там промышленной техникой. Вместе работаем сейчас в сфере вейпинга. Если кто-то вдруг не знает, это электронные сигареты. Я буду заниматься технической частью. Ну, а я, собственно, буду заниматься всеми административными вопросами. Она сегодня приехала, занята. И еще у нас есть Илья. Меня зовут Илья, мне 27 лет. Закончив институт, встал вопрос, а чем же заниматься? На тот момент я открыл интернет-магазин, естественно, питая огромную любовь к автомобилям. Это должно было быть связано с автомобилями, и я начал заниматься автомобильными аксессуарами. Илья – это вообще уникальный персонаж. Это человек, которого, ну, я же обещал быть честным, человек, которого не взяли к себе на работу. Мы однажды с другом даже обучались детейлингу. Он приехал тогда, сказал, что вот есть такая услуга, будет очень востребована в скором времени. Это действительно сейчас так и есть. Уже прошло порядка 3 лет с того момента. Потому что не совсем мне понравился. Но потом он предложил нам стать партнером. Я подумал, почему бы нет. Кстати, вот именно Detailing Alarm, почему я выбрал, я наблюдал с ребятами еще с момента, когда они были, если я не ошибаюсь, Alarm Service, по-моему, они назывались. Они устанавливали сигналки тогда. И потом уже переименовались Detailing Alarm, когда они вот чисто начали детейлингом заниматься. То есть я прям наблюдал за ребятами их становление. Ну и, соответственно, я понял, что нужно в любом случае каким-то образом попадать в их команду. И вот как-то постепенно у нас сейчас дела начинают складываться. Но он сейчас за хутор отдыхает в Сочи, и он сказал, что он возьмет в руки iPhone и запишет вступительное видео. Так я первый раз попал тогда к ребятам Detailing Alarm на обучение. С обучением тогда тоже у нас не сложилось там по бюрократическим причинам, скажем так. И я понял, что нужно становиться партнером Detailing Alarm. Слушай, я так посмеялся, мне аж этот аж пульс увиделся. И того вот все это наши партнеры. Поэтому это все, это реальное шоу, это все без подготовки, без сюжета. Будет весело, будет очень интересно. Нужно все с нуля, без все сделать, да, вложиться. Вообще абсолютно ничего. Да.
обещают там многое. То есть нет ремонта, нет ни водоснабжения, ни канализации, ничего. И хотят там по 100-150 тысяч за маленькие вообще. Да, спрашиваешь, есть ли вода, там в объявлении написано, что есть вода. Спрашиваешь, есть ли вода, говорят, а вот можно баллоны поставить. Там, да, на улице. Не, ну мы не протянем, там через 100 метров у нас есть. Да. Ну вы какие-то, ну что-то мы считали, это 1070 обойдется, все, шамы. Есть ли канализация, да, тоже провести можно канализацию. Там отдельный въезд, короче, где отдельный въезд, такая стоит огромная бетонная стена, говорит, ну вот эту стену мы убираем, здесь у вас отдельный въезд. Нормально. Ожидаю впечатлений, эмоций. Я считаю то, что через эмоции приходят прибыли, деньги. Только вот через любовь к своему делу оно все это приходит. Я иду в спортзал, оставляю машину. Все классно. Тут прихожу, мне мойщики говорили, а мы вам обработали пол освежителем. У меня Мерседес хоть и не новый, но я никогда не пользовался там химией какой-то серьезной и освежителем, потому что сиденья, они излучают запах кожи, издают, и мне это нравилось всегда, честно. А тут я прихожу, вот я сказал, машину, и такой духан вот этого освежителя. А он выходит такой радостный и говорит, а мы вам сделали подарок под ковриками, обработали освежителем. Все. Такие вещи, они просто должны согласовываться. В нашем бизнесе вот как хочет клиент, так и делаем. Если клиент хочет там обработать там специальным дорогим составом резины, если он это хочет, у него есть возможность заплатить, ему это нравится, это делаем. Если он не просит, ни в коем случае ничего не делаем, это все выйдет просто боком. Я думаю, то, что комфортная сумма для меня будет, когда... Чистыми, вот, чистыми 300 тысяч рублей в месяц. 300 тысяч рублей, да. А я, опираясь на слова, не буду показывать кого, рассчитываю минимум на 500. Вот. Ну, потому что, ну... Я не знаю, я уже привык к одной главке, поэтому мне же Каен заправлять надо. Мага? Ну, я парень простой. Покажи. Я тоже, я просто... Покажи часы в камеру. Видишь? Кто простой? Мага, мы говорили о честности, показывай часы в камеру. Вот это посмотри, понял? Это полет. Ну, в общем, если будет, вот конкретно от этого бизнеса, если будет там 200 тысяч... Так, чтобы вообще не было видно. Если будет 200 тысяч в месяц, то ну, я буду ну, доволен, потому что есть еще планы по дальнейшему развитию. И от этого я ожидаю, если честно, то ну, колоссальный опыт приобрести больше. Это Алексей. У Алексея уже есть помещение на Павелецком. Ты где так загорел? Был где-то? Да, мы сели. Ночь прилетел. Все так притихли. Все так притихли. Минус 27. Помещение на Павелецкой есть. Там суммарная площадь чуть больше 100 метров. Есть мойка своя, очень удобно. Жуков проезд, удобный заезд. Все комфортненько в стиле лофт. Оно отапливаемое, оно с вентиляцией. То есть... своими парковочными местами, ну, замечательно, и по очень доступной аренде. Я искал порядка полтора месяца, вот, но я реально смотрел везде, посмотрел много реальных помещений, то есть именно посмотрел, какой у меня был отбор. То есть предварительно у меня были параметры, которые я непосредственно хочу посмотреть. Изначально уже по этим параметрам помещения отсеивались. Потом, соответственно, то, что мне уже примерно нравилось по параметрам, я уже ездил смотреть. На момент, когда я приезжаю, уже понимаю, что в принципе что-то не то. Либо что-то не хватает, либо плохой подъезд, либо в целом ты понимаешь, что помещение, ну, не то, вот не мое. Да, то есть те помещения, которые в принципе подходили по параметрам, по критериям, которые мне нравились, то есть вот это было три помещения. Тот же самый 222, он покупает его за 7 миллионов. Через один год эта машина уже стоит 5, правильно?
Через 2 года эта машина уже стоит 4. Страховка, мы берем туда разные расходы. Итого машина выходит в эксплуатацию в месяц, ну где-то, наверное, 1000 под 70 в месяц. Это минимум, правильно, вот исходя из потери цены? Почему человек в полгода не может заплатить 50 тысяч для того, чтобы она была красивой? Ты говоришь, ну ты ее загони сразу. Давай, вот, ну ты там месяцок отъездишь, получается, да, если я не успею. Ты заедь, все сделаем по комплексу, все защитим и будешь кайфовать 3 года. Так оно же новое зачем? Мы хлам не восстанавливаем. Это изначальный уход, это изначально хорошее состояние. Надо пробуждать желание. А если ты прям распишешь это все красиво и скажешь... Я где-то минут 30 это... рассказывал. Да, вот это так, это так. Он на первый раз, он скажет, ну ладно, я подумаю. Второй раз он у тебя переспросит еще какую-нибудь деталь, третью, четвертую, пятую. И потом он говорит, так, надо это сделать. Надо... Я вот хочу это. Все, он для себя уже подходящие какие-то услуги, ну, которые ему нужны, он бы сделал. А я боялся, думаю, Миша, говорит, денег мало, подожди чуть-чуть. Какие-то условия хорошие сделай. Ну, войди в положение. Я говорю, конечно. Опять же, покупать машину за 10 миллионов, и чтобы через год она стоила 5, это даже если у них есть там миллиард, это все равно как-то бьет по их психике, что машина так, ну, дешевеет, и что она теряет свое состояние. Поэтому, я думаю, это все более и более будет развиваться в этом плане. Подписывайтесь, следите, все ссылки на все инстаграмы внизу, будет много полезной информации у каждого из нас, каждый будет вести по-своему, каждый свой формат, вы сможете совершенно разную информацию с разных ракурсов получать, не будет такого, то, что мы там банально будем все это выкладывать, мы тоже стараемся и будем развиваться в этом направлении, это новое, это интересное, вот, следите, советуйте. Мы и прислушиваемся, и комментарии читаем, мы будем отвечать, взаимодействовать с вами. Поэтому это такой некий живой формат общения, и нам это прежде всего очень приятно будет. Еще обязательно задавайте ваши вопросы. То, что вам будет непонятно, неясно, задавайте, не стесняйтесь, будем отвечать либо в виде сообщений, либо в виде видеороликов. Будем рассказывать, показывать. По результатам конкурса, голосований, проверок, всех разных засланных казачков, мы будем все смотреть, проверять, тестировать, узнавать, спрашивать. Студия, которая станет лучшей на протяжении года, получит от нас бесплатное продление контракта суммой в 300 тысяч рублей. Эту студию мы сделаем номер один. Будем ее пиарить везде так, как только сможем. Она будет лучшей. Этот год будет очень интересным. Подписывайтесь. Будьте с нами.